хорошую. Ну, конечно. Привет, радио «Дальше». Ползем по пробке в Москве. Едем в Иваново. Привет маме Оле. Что еще смотрим есть? Привет из Череповца. Хотим послушать какую-нибудь веселую музыку. Будет веселая музыка непременно. Смотрим, что есть еще. Российские ребята на спартакиаде в Дрездене передают привет всем людям, рожденным в Советском Союзе, мира и любви. Добрый вечер, радио «Дача». Едем на дачу, и все стоит. Терпение всем, кто сейчас в дороге. И привет моему дорогому человеку. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь хорошее. Екатерина из Москвы такое вот послание нам отправила. Будет обязательно хорошая, лучшая отечественная музыка. Конечно же, здесь на радио «Дача». Оставайтесь вместе с нами. Ну и вот, судя по сообщениям, действительно какие-то колоссальные пробки. Ну что поделать, выходные, я уверен, отобьют вот эти вот проблемы, и мы о них забудем. Главное добраться, набраться терпения и слушать прекрасную музыку на радио «Дачу». Едем дальше.